Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Если вы знаете, то я развиваю бизнес с компанией BioSee. И если вы смотрели мое предыдущее видео, где я показывала свой заработок, то вы знаете, сколько можно заработать в компании BioSee. Но мне все равно продолжают задавать вопросы, сколько вы здесь зарабатываете и реальные ли эти деньги. Я специально для вас сниму сейчас видео, для тех, кто хочет увидеть, сколько я зарабатываю. Причем на этот заработок я вышла за один год. И считаю, что каждый из вас может сделать то же самое. Давайте же посмотрим, сколько мне пришло денег за декабрь месяц 2017 года. Вот смотрите, вот это наш сайт официальный biosee.com, и мой номер дистрибьютора и пароль я ввожу. Мы заходим и смотрим. Коваленко Елена Владимировна. И заходим на баланс. Вот, пожалуйста. На подарочный счет мне начислили 1930 рублей. И на бонусный счет 286 575 рублей. Жемчужины, 164 жемчужины. В течение года мне начисляли жемчужины, и 150 жемчужин, если собираешь, то тебе в подарок от компании дарят круиз, кругосветное путешествие. Вот я в феврале еду на Мальдивы, Гоа, Шри-Ланка и Мумбаи на итальянском лайнере. Такой подарок. Вот про него немножечко здесь написано, называется «Звездный вояж, тропический рай». То есть, кроме того, что я зарабатываю деньги, я еще и получила путешествие от компании. Поэтому вот это вот мой заработок, который я и получила за декабрь месяц. Работаю я исключительно онлайн, хотя я люблю все методики работы, но сейчас я выбрала для себя методику работы онлайн, то есть я работаю дистанционно. Все методы работы написаны в моей школе, то есть любой, кто придет ко мне в команду, может получить доступ и тоже выйти на этот доход, а то и больше. Я не скажу, что я работаю в полную силу, я могла бы делать это и лучше, но работаю так, как вот мне комфортно. Я выбрала такую жизнь, я выбрала свободу, и мне это нравится. И в следующем нашем видео мы вам покажем, то есть после 13 числа у нас будут перечисления на наш счет ИП, и я пойду в банк, сниму эти деньги и покажу вам, что деньги эти реальные, потому что некоторые почему-то не верят в это. Все, с вами была Елена Коваленко, увидимся в следующем видео, пока-пока!